Да отойди, ну такая спина, алло, отойди. Не мешайся мне проходить. Ой, ну проходи, что ты чмошник, заходи туда. Все будут помнить, что никого нельзя называть фашистами. Что фашисты в России – это враги. Вот Фатима называет меня фашистом. Товарищи, мы хотели снять свой ролик. Но видите, не дают враги России нам снять просто тихо, мирно свой ролик. Враги России никому не дают. А это враги России, вы и есть. Вы враги России. А то не враги России, давайте дают всем. Проверим, товарищи, готовы ли они к дискуссии сегодня? Давайте. Потому что у них висит приглашение. Приходите все. Мы вас обучим так делать мини-революцию, мы научим вас быть экстремистами, поэтому давайте проверим. Так закрыто уже. Так, вот он этот момент. Колонна, дружно, двери. Закрываем ставки. Вот смотрите, они боятся. Вот что нам делать? Вот что нам делать? Потому что фашисты – это русские. Это просто фашисты. И непонятно, куда смотрят органы. Почему они смотрят? Бутылки с зажигательной спички. Сейчас и готовятся к своей акции 28 числа. Да. Ставленники Ходорковского.
кто бы к ним ни приезжал, они все равно боятся до смерти, они закрылись там насмерть. Но мы просто не хотим. У нас есть свои дела, мы сейчас будем сниматься свой ролик, поэтому нам некогда, конечно. Ну а так, мы доказали очередной раз всей России, что эта падаль не стоит того, чтобы ее бояться. И не стоит совершенно того, чтобы обращать на это внимание. Так что, ребята, мы за Путина, победа будет за нами. Ура! Страх не пройдет. Ну что нам делать? Ну не убивать же их, этих тварей. Ну что ж поделать? Ну. Все равно Путин выиграет. Да, Путин мы за него. Конечно, мы девочки. Да. Мы просто им показали, что они зеленые. Да, вот именно. Да. Да, сегодня мы им напомнили, что они всего лишь мелкие крысы. А что у них тренер молчит? А на чем он? Что не открывает? А он? Да он. Ну что же боится, бабушки забьют на свет. Вы чего? Просто наблюдаете за полицейским. Много народу. Вы понимаете, они просто вызвали полицию, чтобы мы их не побили. Но мы не собирались бить. Мы путинцы, мирный народ. Да. Мы за Путина. Фатима, это уже не здесь, так это следующий шоу. Может, днем лучше? Как они идут и подождите, но не дают. Путин, папа, Путин! Куда фотографировали назад? Ой, да пусть фотографируют, это все, что они могут. Ничего, когда-нибудь у них отсохнут руки, и они перестанут фотографировать. Ну что, что будем делать? Домой. Борис! Где ты? Ой, опасно вы стоите! Уходите с дороги! Да вот плохо. Тут надо же назад. Не сколько? Мы за Путина бесплатно. Бесплатно, да?